Приветствую вас в нашем ресторане. Держите ваше меню. А можно мне пиццу пепперони? Конечно, держите. Какой-то у вас маленький выбор. Мне ничего не нравится. Ого, вот это то, что нужно. Официант, я буду эту пиццу. Пицца будет через секунду. Я тоже такую хочу. Но ты же сама заказала пепперони. А вот и ваша пицца. Приятного аппетита. Мэри, а давай поменяемся пиццей? Ни за что. Эх, придется есть свою. Окей. Это же M&M's, печенье Орео и мармеладные мишки. Такая пицца — мечта любого сладкоежки. А я так люблю шоколад. Я должна заполучить хоть один кусочек шоколадной пиццы. Осторожнее! Шоколадная пицца, иди ко мне. Что? Да убери ты свои руки. Девушки, осторожнее. Она моя. Кто тебе такое сказал? Я только попробую. Закажи себе свою. Я уже хочу эту. Девушки, такое поведение в нашем ресторане неприемлемо. У меня для вас есть наказание. Я приготовил для вас шоколадный челлендж. Ого, где это мы? Как мы тут оказались? Что это? Надеюсь, там что-то вкусненькое. О, да, это бомба. Ложись, сейчас взорвется. Она, похоже, сломана. Что-то не так. Я поняла, это сладкая бомба. Ого, она такая вкусная. По-настоящему взрывной вкус. Вау! Невозможно оторваться. Хочется еще и еще. Вот бы мне тоже попробовать. Нет уж, это все мое. Ого, ты так быстро все съела? Осталась последняя часть. Я первый раз ем секундомер. И это очень вкусно. Всем советую попробовать. Стоп, что это за звук? Ты слышишь? Идет оттуда. Что там такое? Это же настоящая бомба. Самая настоящая. Помогите! Что происходит? Ого, смотри! Всем привет! Я услышала, что тут кто-то просит о помощи. Не волнуйтесь, я вас спасу. У меня есть специальная лента. Вот так, теперь вы в безопасности. А это что? Интересно, как скоро она рванет? Непонятно, но нужно торопиться. Давайте же. Ого, а кто-то знает, как пользоваться этими кнопочками? А, кажется, я все испортила. Моя работа здесь закончена. Ну все, пока. Ого, так высоко? Мэри, что нам делать с бомбой? Без паники, у меня есть план. Вот что нужно. Мэри, это не поможет. Окей, а эта курочка? Ты что, издеваешься? Тебе не угодить. А как насчет этого? Нет, быстро убери ее. Как же с тобой скучно. О, нашла. Это то, что должно подойти. Я перекушу ими провод. Это отличная идея. Ого, тут столько проводов. И какой из них нужно перерезать? Думаю, синий. Мэри, пожалуйста, угадай. Готово. Что, мы спасены? О, нет, время пошло еще быстрее. Нет. Ауч. Ну вот, я вся в шоколаде. Классно. Да, я тоже. Кто из нас больше съест шоколада? Я выиграю. Одну, еще одну. Я от тебя не отстаю. Ничья. Это было просто круто. Ну что, открываем? Ого, я так счастлива. Это же новый айфон. Вау, и у меня тоже. Это лучший подарок. У нас что, два одинаковых айфона? Не знаю. Тогда я проверю. Ого, он так удобно лежит в руке. А еще тут есть много приложений. Только почему-то они все не работают. Что-то тут не так. Ого, это шоколадный айфон. Такого я еще не пробовала. Ой, вкуснятина. Вау, если у тебя шоколадный, значит, у меня настоящий. Супер, время сделать парочку селфи. Да, отличная идея. Улыбочку. Уйди, ты портишь кадр. Вот так намного лучше. Ну, держись, моя месть будет жестока. Я такая милашка. Помогите! О, нет, мой айфончик. Так тебе и надо. Так это ты меня напугала. Упс, где мой шоколадный айфон? Хоть бы с ним все было хорошо. О, нет, мой новенький телефончик. За что? Я больше не смогу делать потрясающие селфи. О, идея. Мэри! Да, чего тебе? Да.
Давай поменяемся телефонами. О, давай. Давай мне свой, а ты бери мой. О нет, что с ним? Он сломан. Челси, ты меня обманула. Что? Она еще и ест мой шоколадный айфон. А ну отдай. Я на такой обмен не подписывалась. Эх, остался совсем маленький кусочек. Ого, шоколадная зарядка. Сомневаюсь, что это поможет, но можно попробовать. Вау, я ведь теперь могу есть этот айфон бесконечно. Ого, вот это Мэри повезло. Завидуй молча, какая вкуснятина. Может, я тоже смогу починить свой айфон? Попробовать стоит. Так, берем. Помогите, спасите! Это была плохая идея. А, вот это у тебя прическа. Такая смешная. Чур я первая. Мой любимый киндер-сюрприз. Еще и так много. Классно, у меня тоже целых 6 штук. Что? У тебя тоже? У кого шоколадные, а у кого настоящие. Ура! Мне повезло, у меня настоящие. Надо побыстрее все очистить, а то мне уже не терпится их попробовать. Молочный шоколад, обожаю. Ого! Внутри еще конфеты M&M's. Так в 2 раза вкуснее. Ого, я тоже так хочу. Точно, у меня же есть свой киндер-сюрприз. Как же он сладко пахнет. Настоящее яйцо, какая гадость. Ха, так тебе и надо. Так нечестно. Надеюсь, следующее яйцо таким не будет. Как же страшно пробовать. О нет, тоже желток, ненавижу. Фу, выглядит ужасно. Это самый худший раунд. А мне нравится, ведь киндер-сюрприз – это лучшая вкусняшка в мире. Это сладкий шоколад, а внутри тебя всегда ждет сюрприз. Вау, шоколадные шарики, обожаю. Но я тоже хочу съесть хоть один настоящий киндер-сюрприз. Челси, дай попробовать, пожалуйста. Нет, как киндер-сюрприз можно кому-то отдать? Он только мой. Челси, ну ты такая жадина, что же делать? А, придумала. Я разыграю Челси. Может быть, тогда она поймет, что с друзьями нужно делиться. Но приготовься, Челси. Какой бы съесть следующий? Вот, это то, что нужно. Стоп! Что это за мерзкий вкус? Тебе что, не понравилось? Ах, это ты подстроила. Ну, держись, получай. Нет, мое лицо, оно испачкано. Такой розыгрыш оказался неудачным. Фу, ну и гадость. Тебе надо съесть все эти киндер-сюрпризы. О нет, только не это. Эх, надо, значит, надо. Хотя у меня есть идея получше. Устроим минутку кулинарии. Ты что опять задумала? Берем одно яйцо. Упс. Берем яйцо и разбиваем его в сковородку. И так делаем со всеми яйцами. И получаем ароматную яичницу. Выглядит очень даже аппетитно. Мэри, можно я попробую? Нет, эта яичница только для меня. Эх, ну и ладно. Опасный кулинарный трюк. Опа! Ого, как высоко! Идея! На, получай. Тебе так больше идет. Моя яичница испорчена. Я больше не буду готовить. Я начинаю. Ого, набор из Макдональдса? Супер. Теперь я. Вау, у меня тоже. Я попробую первое. Кока-кола отлично утоляет жажду. Что? Как же так вышло? А, я поняла. У меня шоколадная кока-кола. Точно. Обожаю шоколад. Ого, классно. Вау, это же конфеты M&M's. Ого, шоколадная кола с конфетами M&M's. Идеальное сочетание.
Блин, ну я тоже так хочу. Так, попробуем. Ай! Помогите, я вся промокла. Ну как тебе душ из Кока-Колы? Ничего смешного тут нет. Упс, как жаль, что ты осталась без Кока-Колы. Интересно, картошка фри тоже шоколадная? Да, полный восторг. Шоколадная картошка фри? Такого больше никто не пробовал. Хочу съесть сразу все. Восхитительно, я могу есть ее вечно. Ого, тут съедобная даже коробка. Ты не шутишь? Ну-ка попробуем. Фу, да ты меня обманываешь. Она несъедобная. Эх, я осталась и без картошки, и без кока-колы. Не расстраивайся, okay. Держи. Ого, спасибо тебе большое. Ты настоящий друг. Чур, я первая узнаю, что меня ждет в моем сейфе. Странно, но он же пустой. Где же та самая какашка? Ой, таракан! Он ползет прямо по мне! Снимите эту гадость! Да ладно тебе! Смотри, не такой уж он и страшный. Я бы сказала, даже очень милый. Понимаешь, что тебе придется с ним делать? Нет, я не буду! Смотрите, какой он жуткий! У него такие усы! What? Пока ты тут смелости набираешься, я уже со своим сейфом разберусь. О, а мне повезло. Смотрите, какая у меня огромная печенька Орео. Круто! А что же ждет меня? Ничего себе! Какая красивая и необычная волшебная палочка! Осталось только узнать, что же она делает. Как прикольно! Благодаря ей я могу сделать так, что вы все повиснете в воздухе! Слушайте, а ведь это классный аттракцион! Нет, это вообще не классно! Так больше не делай! Ты играйся со своей палочкой, а я, пожалуй, поиграю со своей огромной аппетитной печенюшкой. Может, и мне дашь откусить? Не, я сама с ней разберусь. Уж больно она вкусная. Ах так, ничего. Есть у меня один хитрый и очень неприятный план мести. Что ты скажешь, когда на твоей печеньке поселится этот таракан? Oh, no! Ничего не скажу. Таракан ведь очень милый. Ах так! Ничего, я все равно заберу себе твою печеньку. Пусть она просто залетит мне в рот. Эй, как тебе не стыдно? Воровка! Осталось одно развлечение – смотреть, как Эмма возится с тараканом. Вам смешно, а вот мне не очень. Но, видимо, придется сделать это быстро. Молодчина! Я знала, что ты смелая. Нет, я не позволю этому таракану просто улететь. Вот, Эмма, ты все равно должна будешь его съесть. Вот уж спасибо, Саманта. Фу, какая же это гадость. А я надеялась, что мы подруги. Кстати, мне тут пришла одна очень интересная мыслишка. Раз моя палочка может заставить летать что угодно, значит, она может сделать так, чтобы вкусняшки прилетели ко мне. Смотрите, да здесь же целая куча разных сладостей. Я самая счастливая. Похоже, уже не самая. Вы что наделали? Вы сломали мою палочку! Теперь мне остается только есть то, что уже прилетело. Не расстраивайся. Тут тебе на год вперед хватит. И правда, тут нам всем хватит на год. Чур, в этот раз первой открывать буду я. Кажется, меня ждет нечто приятное. Точно! Целый баллон моей любимой колы! Ой, она, наверное, сейчас как вспенится. Хочешь прям в тебя, Элис? Нет, не надо! Да не переживай, все окей. Мне повезло, и вся кола осталась в бутылке. Прекрасно. Значит, теперь я тоже могу открывать сейф. О, нет. Как они узнали, какая еда для меня и правда похожа на какашку? Я просто ненавижу лимоны. Какая же я «везучая» в кавычках. Очень везучая. Интересно, что будет у меня? Надеюсь, что-нибудь магическое. Ничего себе! Это же конфетное облако. Я такое только в мультиках видела.
А ну, руки убери! Это всех касается. Я не позволю трогать мои конфеты, а не только мои. Мне и не надо, у меня есть кола. Ничего себе, какая же она толстенная, раз в нее помещается столько жидкости. Что-то мне плохо, девочки, посторонись. Фу, гадость, как воняет. Тебя манерам не учили? И это было еще не все, вот продолжение. Да мы тут сейчас улетим из-за твоих рыков. Какой ужас. Меньше слов, больше дела. Эмма, ешь лимоны. Я ненавижу их. Хотя у меня есть идея, что я могу с ними сделать. Зачем мне давиться этой кислой гадостью, если я могу просто сделать из лимонов вкусный сок? Наивная. Думаешь, твой сок будет вкуснее, чем сами лимоны? Сейчас вы сами в этом убедитесь. Вы просто мне завидуете. Ой, кажется, вы были правы. Эту кислоту даже во рту держать невозможно. Ты что творишь? Вся кислятина на нас. Да уж, ну и гадость. Даже в глаза попала. Интересно, а где мои конфеты? Облачко, дай конфет. Что-то не так. О, ура! Теперь у меня куча скитлз. Да тут всем хватит? Нет, это мое облако. Так что я не собираюсь делиться с вами. Думаю, я могу просто его забрать. Ничего ты не можешь. Оно как было моим, так моим и останется. Раз уж вы все попробовали скитлз, согласитесь, конфетки просто шикарные. Что же меня ждет на этот раз? Кажется, опять что-то крутое. Точно. Смотрите, какой аппетитный и яркий пончик. Его можно не просто есть, а еще с ним можно играться. Ой, мне еще предстоит научиться его ловить. Я удивляюсь, куда же деваются эти сейфы. Но сейчас мне все равно. Я думаю только об этом аппетитном пончике. Как же вкусно. Дай куснуть. Ня! Из-за тебя палец укусила. Теперь он очень болит. Не страшно. У меня всегда есть пластырь как раз на такие случаи. Круто. Спасибо большое. Интересно, что же ждет меня? Окей. Ну вот какая-то гадость. Мне снова не везет. Я ненавижу куриные яйца. Особенно, когда они сырые. Что бы мне с ними сделать? Давай-ка я тебе помогу. Ой, прости. Смотри, какие аппетитные яички. Давай, пора их есть. Как же вы мне надоели. Смотрите, какой пупсик. Теперь это мой питомец. Я тоже хочу такого питомца. Окей. Ну вот, у меня просто яйцо. Птенчики достаются только добрым девочкам. Интересно, что же ждет меня в моем сейфе? Кажется, это какая-то бомба. Что? Бомба? Мы срочно должны прятаться. Помогите! Может, я могу ее обезвредить? У меня и кусачки есть. Ой, кажется, я сделала только хуже. Девчонки, ложись! Ничего себе! Смотрите, сколько тут конфет! Кажется, это была конфетная бомба! Круто! У моего птенчика теперь есть братик в шоколадном яичке. Еще больше только самых интересных челленджей вы всегда сможете найти на Дорадо. Оставайтесь с нами, будет весело!